пакет. Сейчас я сделаю пакет Tracer 10, 2, 4, 3. А, здесь у нас troubleshooting, OSP 2 версии, то есть IPv4. Давайте начнем. А, в этом troubleshooting все просто, потому что нам уже указывают, где у нас проблема. Нам нужно будет только прописать всякие showrun, например, и ответить на вопросы в PDF-файле. Вот есть вопросы, например. Вот вопросик. Просто ответьте на него в PDF-файле и все. Ну и также проделайте простые команды. Например, на R1 у нас проблема с пассивным интерфейсом. Если мы откроем R1, конфигурация, enable, пропишем здесь showrun. Мы посмотрим running config и увидим, что у нас в настройках SPF есть passive interface G0.0. Его тут быть не должно. Поэтому прописываем configure terminal, router OSPF1, ID у нас 1. Вот у нас команды как пример приведены. И пишем no passive interface. Я скопирую просто. Все, R1 мы исправили. Таким же образом давайте исправлять дальше. Следующая проблема у нас на R3. Открываем R3, командная строка. Enable. У нас, если у вас появилось такое, нажимаете Ctrl-Shift и циферку 6. Все, мы отменили. Enable. Также showrun. Здесь у нас проблема с зоной. Вот мы видим, что у нас есть 172.16.1.32. У нас area 2, как правильно, потому что здесь вторая зона повсюду. А есть 172.16.1.64, и у нас здесь area 0, что неправильно. Это и надо исправить. Для этого configure terminal. Вот также вот это вот видно. Вот, приведены примеры. Находим router. Роутер OSPF1, no network area 2, убираем сначала предыдущую сеть и задаем с таким же IP, только уже с area 2. Paste. Все, мы настроили, исправили наш R3. А дальше нужно будет просто убрать конфигурацию с R3, как пример. То есть мы припишем no router OSPF1 и заново его настроим. Можете это проделать, можете нет, по сути ничего не поменяется. Также, опять-таки, отвечайте на вопросы в PDF-файле. Это очень просто. Прописывайте команды show, смотрите, что они вам выдают, и отвечайте в PDF-файл. На этом все. Пока.